Самым логичным местом проведения процесса над нацистскими военными преступниками был бы Берлин. Именно на этом настаивал Советский Союз. Однако союзники, отношения с которыми к тому времени уже стали осложняться, настояли на проведении процесса в американской зоне оккупации. Советская сторона пошла навстречу. У американцев были свои резоны. В Берлине не было подходящего суда, совмещенного с тюрьмой. К тому же имелся в выборе места и символический смысл. Именно в Нюрнберге с 1927 года традиционно проходили съезды национал-социалистической партии. Здесь были приняты нюрнбергские расовые законы, в числе прочего положившие начало изоляции евреев по национальному признаку и расширенные потом до российских законов касательно славянских народов и цыган. Уникальность Нюрнбергского процесса в том, что это первый подобный случай в глобальной юридической практике. До того международные военные трибуналы просто не созывались. Главным обвинителем от Советского Союза стал действующий прокурор Украинской ССР генерал-лейтенант юстиции Роман Руденко, будущий генеральный прокурор СССР. Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия. Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством, и самое государство, сделавшие орудием своих чудовищных преступлений. Нюрнбергский процесс был организован по всем нормам международного права. От СССР его курировал Андрей Януарьевич Вышинский. Да, тот самый прокурор, выступавший на сталинских процессах 30-х годов. При этом видный ученый-правовед, признанный во всем мире. Сегодня порой говорят, что Сталин был против Нюрнбергского процесса, что процесс был организован усилиями американцев. Полноте. Именно Советский Союз еще 14 октября 1941 года впервые выдвинул идею открытия международного суда над нацистскими преступниками. Как раз американцы, с их всем известными, хоть и своеобразными традициями демократии, поначалу были против публичности. Американцы и англичане склонялись к тому, что казнь нацистов без суда предпочтительнее открытого военного суда. Вдруг что-нибудь не то расскажут. Рузвельт и Черчилль даже составили письмо Сталину, в котором разрабатывалась идея наказания военных преступников на основе административного решения союзников, то есть без суда и следствия. Но когда Черчилль приехал в октябре 45-го в Москву, Сталин его переубедил. Переубедил до такой степени, что Черчилль даже не стал вручать ему это письмо. Сталин бывал крайне убедителен. Но и в разбомбленном Нюрнберге нелегко было разместить делегации союзников. Если из СССР или Франции ожидались группы в 25 человек, то США заявили о приезде 600 представителей, причем затребовавших особого комфорта. Так главный обвинитель от США, господин Джексон, поселился в огромном особняке с теннисным кортом. Ездил он на бронированном лимузине Гитлера. Наша делегация вела себя куда скромнее. Международный военный трибунал, созданный на паритетных началах между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому затем присоединились еще 19 государств, 20 ноября 1945 года приступил к рассмотрению дел главных немецких военных преступников. Это живые символы расовой ненависти, террора и насилия, преступности и жестокости власти.
Они заставили страдать поколения в Европе, лишая Европу ее цвета, истребляя мужчин и превращая жизнь народов в трагедию. Герман Геринг, первый преемник Гитлера, главнокомандующий военно-воздушным флотом. Рудольф Гесс, с 1933 года заместитель Гитлера по партии, рейхсминистр. Иоахим Риббентроп, министр иностранных дел кабинета Германии. Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного Главнокомандования вооруженными силами. Эрнст Кальтенбруннер, высший руководитель СС и полиции, начальник Главного имперского управления безопасности. Альфред Розенберг, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий. И еще около десятка крупных нацистских деятелей. Каждому из подсудимых полагался защитник, и в общей сложности их интересы представляли 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента и 67 секретарей. Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя безопасности народов в будущем, мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счет. Это счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие. Трибунал в Нюрнберге работал 11 месяцев. С 20 ноября 1945 года по 29 октября 1946 года. За неполный год успели пройти 403 открытых заседания трибунала и 216 судебных слушаний, на которых выступили 240 свидетелей. Обвинения были зафиксированы в нескольких разделах. Агрессивные действия против Австрии и Чехословакии, нападение на Польшу, агрессивная война против всего мира, вторжение Германии на территорию СССР в нарушение пакта о ненападении от 23 августа 1939 года, убийство и жестокое обращение с гражданским населением на оккупированных территориях, увод гражданского населения в рабство, убийство и жестокое обращение с военнопленными, опустошение, неоправданной военной необходимостью. Список рассмотренных преступлений был огромен, а факты, всплывшие в Нюрнберге, до сих пор наводят ужас и отвращение. Кульминацией Нюрнбергского процесса стал фильм о преступлениях нацистов в концлагерях Майданеке, Заксенхаузене, Освенциме. Писатель Илья Эренбург вспоминал, когда показывали фильм о лагерях, Шахт повернулся спиной к экрану, не хотел смотреть. Другие глядели. А Франк плакал и вытирал глаза носовым платком, увидев на экране то, что миллион раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой, понял, что его ждет. Я предъявляю суду под номером СССР-197 показания непосредственного участника изготовления мыла из человеческого жира, препаратора анатомического института в Данциге Зигмунда Мазура. Жир собирали с человеческих трупов Боркнер и Райхард. Мыло варил я из трупов мужчин и женщин. Из двух известных мне варок, в которых я принимал непосредственное участие, вышло готовой продукции мыла более 25 килограмм.
Причем для этих варок было собрано 70-80 килограммов человеческого жира, примерно с 40 трупов. Около 1 500 000 человек были истреблены в Майданеке и около 4 миллионов человек в Освенциме. Другого толка сенсации процесса стали показания фельдмаршала Фридриха Паулюса о плане «Барбаросса». Это план нападения на Советский Союз. Паулюс принимал участие в его разработке. Доказательство существования плана «Барбаросса», продуманного, вероломного нападения на СССР, стало одним из важнейших оснований обвинения. По показаниям подсудимого Кейтеля, Гитлер собирался напасть на СССР в конце 1940 года. Это подтверждается и показаниями подсудимого Иодля, который на допросе показал, что планы нападения на СССР конкретно были разработаны в ноябре-декабре 1940 года. И в тот период времени им были даны первые директивы армии, морскому флоту и военно-воздушному флоту. Цитируем обвинительное заключение Нюрнбергского процесса. С первого же дня вторжения на территорию СССР гитлеровские заговорщики в соответствии с детально разработанным планом начали осуществлять разрушение городов и сел, уничтожение фабрик и заводов, колхозов и совхозов, ограбление и варварское разрушение национальных культурных учреждений народов СССР, разрушение музеев, школ, больниц, церквей, исторических памятников, массовый угон советских граждан на подневольную работу в Германию, а также физическое истребление населения женщин, стариков и детей, особенно русских, белорусов, украинцев, и повсеместное истребление евреев. Перед вами пройдут десятки тысяч свидетелей. Они вызваны в зал суда по этому делу. Я не смогу назвать их имен, и вы не приведете их к присяге. Но их показаниям нельзя не верить, ибо мертвые никогда не лгут. Город Ростов. Эти кадры засняты операторами Сологубовым, Поповым и Левитаном 29 ноября 1941 года. Вот замученная семья профессора Рождественского. На Ростовском вокзале немцами были подвергнуты уничтожению раненые военнопленные красноармейцы. На трупах военнопленных следы пыток. У многих изуродованы лица. В целях сокрытия своих актов истребления военнопленных немцы подвергали трупы сожжению. На улицах, внутри сараев и разрушенных жилищ обнаружены трупы сожженных красноармейцев. Многие семьи жителей были выгнаны из домов и убиты. На этом пустыре, отдаленном от города, было истреблено 7000 граждан Керчи. Предместье города Нальчик. В этом противотанковом рву обнаружено более 600 трупов замученных и расстрелянных мирных жителей Нальчика и близлежащих районов. Начиная с июня 1943 года, немцы проводили мероприятия, направленные к тому, чтобы скрыть следы своих преступлений. Они выкапывали из земли трупы и сжигали их.
дробили кости в машинах и использовали их в качестве удобрения. Возвращаясь в родные места, солдаты армии освободительницы находили много сел, деревень, городов, превращенных гитлеровскими полчищами в зоны пустыни. На территории Советского Союза нацисты уничтожили 1710 городов, более чем 70 тысяч деревень и населенных пунктов, более 6 миллионов зданий и оставили без крова примерно 25 миллионов человек. Немцы разрушили 427 музеев. Среди них богатейшие музеи Ленинграда, Смоленска, Сталинграда, Новгорода, Полтавы. Немцы относились к памятникам культуры, дорогим советскому народу, с особой ненавистью. Они разрушили усадьбу Пушкина в Михайловском, осквернили его могилу, сожгли соседние деревни и взорвали Святогорский монастырь. Нацисты разграбили усадьбу и музей Льва Толстого, Ясную Поляну, и надругались над могилой великого писателя. Рядом с могилой Льва Толстого они осмелились закопать вшивые трупы своих мародеров и висельников. Они уничтожили в Клину музей Чайковского, в Пенатах музей художника Репина и многое другое. Фашисты осквернили и бессмысленно уничтожили также ценнейшие памятники христианской церкви, такие как Киево-Печерскую лавру, монастырь Новый Иерусалим в Истринском районе и другие ценнейшие монастыри и церкви. В этих чудовищных злодеяниях была своя определенная преступная система. Единство приемов умерщвления. Одно и то же устройство газовых камер, построенные по одним и тем же типовым проектом печи крематориев, одинаковая планировка лагерей уничтожения. Все это указывало на единую злую волю, объединяющую отдельных убийц и палачей. Становилось ясно, что фабрики смерти вызывали к жизни целые отрасли вспомогательной индустрии. Это очки убитых. Горшочки детей, убитых вместе с родителями. Перед казнью женщин стригли. Волосы идентично взвешивались, упаковывались, отправлялись в Германию, перерабатывались в канаты для кораблей, шли на матрацы. Атмосфера в ходе заседаний периодически накалялась до предела. Выступая на этом суде от имени народов Союза Советских Социалистических Республик, я считаю полностью доказанным все обвинения, предъявленные подсудимым. Во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, во имя счастья и мирного труда будущих поколений, я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь. Приговор Международного военного трибунала гласил: подсудимым вменяется в вину совершение преступлений против мира путем планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивных войн, военные преступления и преступления против человечности. Кроме того, подсудимым вменяется в вину участие в создании и осуществлении общего плана или заговора для совершения всех этих преступлений. 12 нацистских преступников – Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, Йодль,
Франк, Фрик, Заукель, Штрейхер, Зейс Инквард и Борман заочно были приговорены к смертной казни через повешение. Между оглашением приговора и приведением его в исполнение прошло полмесяца. Казнь была назначена на 16 октября. За 3 часа до казни Герман Геринг успел покончить с собой, приняв цианистый калий. Откуда он его взял? Казнили приговоренных 2 американских военнослужащих. Сержант Джон Вудс, являвшийся профессиональным палачом с 1920 года, и добровольно вызвавшийся помогать ему военный полицейский Джозеф Малта. Русские люди в казни не участвовали. Достаточно того, что мы победили фашизм. Не мы одни. Но хребет был сломан нами. Последняя точка была поставлена в концлагере Дахау, куда были отправлены гробы с телами казненных. В печах концлагеря все они были сожжены, а пепел выброшен в ближайшую реку, чтобы он не стал в дальнейшем объектом поклонения нацистов новых времен. Но вопрос, стал ли Нюрнбергский процесс финальным актом Второй мировой, по-прежнему для некоторых остается открытым.